Власти Ивановской и Нижегородской областей подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Документ носит вполне конкретный характер и предполагает ремонт трассы между Ивановым и Нижним. Сейчас дорожное полотно не соответствует нормативам. Наш регион берет обязательство восстановить 57 километров, а соседи – 47. Выполнены работы будут в течение этого и следующего года. В прошлом году часть трассы на Нижний Новгород уже была восстановлена. Это участок от Иваново до Палиха. Тогда работы обошлись федеральному бюджету в 370 миллионов рублей. Общая стоимость ремонта дороги превысит 1 миллиард. Также в планах есть строительство обхода Балахны. Этот проект, насколько я знаю, включен в комплексный план развития инфраструктуры Российской Федерации. Это еще ускорит сообщение между нашими регионами. Уверен, что все это будет на благо жителей наших областей, будет больше экономических связей, больше рабочих мест, больше просто человеческого общения.